Привет, друзья! Сегодня у нас краш-тест бензопилы с AliExpress. Ну-ка, посмотрим, что она может. Хуйня китайская, блядь. Я могу сказать лишь одно, если получишь это. Держись подальше. Капец, типичный дом, как во всех ужастиках. Ну, я, естественно, туда не пойду. Сейчас попробую, конечно. А, ну тут даже двери закрыты. Мне кажется, это не просто так. Ну ладно, я, конечно, позвоню, может, мне кто-то откроет. Ну, на нет и суда нет, ладно, я пошел в таком случае. Какие же все-таки замечательные пейзажи кругом. Такая красивая местность, зелень цветет, пахнет природой, осенью. И, конечно же, я еду в дом со всякой нечистью. Эй, мужик, подожди, как попасть в самый страшный дом здесь в округе? Это я просто никак вход сам не найду, что-то не соображу, а? Ну подскажи, ну алло, куда ты пошел? Говна кусок. Какие-то останки, еще какие-то останки. Чё? Чё за конская многоножка, блядь? Вообще, мне кажется, это здесь не просто так. Это как намек, типа, не лезь, опасная. Ну, ладно, кого это когда волновало вообще? Мы же идем в дом спасать свою возлюбленную. И нас ничто не пугает. Так. Ну, по закону жанра здесь захлопнется дверь, и я не смогу ее открыть. Хотя не, это было бы банально. Ну-ка. Серьезно? Я же говорил, банально. Вообще, на вид это обычная кухня, как в общежитии. Вот, абсолютно один в один. Бля, супчик стух. Блин, такое милое семейство, он по-любому хороший отец. Сука, ладно, беру свои слова назад, пошел нахуй, гнида! Теперь, если кто-нибудь когда-нибудь мне скажет, что с пакетом нормально, я покажу им это. Так, батя в здании, нахрен, врываемся, у меня есть валы, на теле не страшно, можно спокойно ходить. Блин, картины висят, нормальные тумбочки, столы, хороший шкаф, вот все вроде как у людей. Абсолютно адекватный, хороший дом. А, нет, домашний телефон. В 2К20. С этим домом точно что-то не в порядке. Опа, что это у нас тут такое? Дробовик. Это хоро... В смысле? Ладно. Не, я хочу его... Стоп. Я хочу взять дробовик. Да черт возьми! Ладно, придется идти. Так. Что? Мадам, вы не против, если я здесь немножко порыскаю, посмотрю? Мне всего лишь нужно немножечко обыскать ваш дом. Она что, вообще не двигается, что ли? Ей абсолютно все равно. Я пойду в шкаф, посмотрю ваш. Вы же не против? Так, в шкафу ничего нет. Хорошо. С ней точно что-то не так. Бля, не смотри на меня нахер. Так, ладно, с этой комнаты я закончили, можно идти. Что ж вы выпрыгиваете это на меня? Куда лучше, чем подыхать, это 100 пудов. Ну да, конечно, отлично, теперь отпусти меня. Говно вонючее, ну сейчас, сейчас я тебе покажу. На, 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 на нахуй. Как видишь, семья только чат. Я понял, да. Хорошо, убью тебя попозже, если смогу. Другими словами, тебе пиздец. Чего? Итак, ловкими движениями этот механизм превращается в птичку! Охренеть. Запомните, друзья, если у вас на вечеринке нет такого количества спиртного, даже не приглашайте меня на нее. Все понятно. Па, ты что, собрался на рыбалку?
Капец, здесь все-таки мрачно. Что? What the fuck? Ну что тут сейчас ты у меня получишь? Ты что думаешь, я просто так в Counter-Strike играю годами? На, нафиг, на в голову, говно вонючее. Блин. А может все-таки не идти в туалет, ну его. Что-то как-то слишком темно и сыкотно, и вообще я уже не хочу. Бля, ладно, надо быть мужиком. Так, кто тут нахер? Никого? Хорошо, вроде чисто. Сука, что за звуки? И сейчас, конечно, за пару... О, блядь! О, сука, как же ты меня напугал! Фу, теперь я уже не хочу в туалет. Кто рычит? Кто рычит за дверью? Да завались ты уже, наконец! Во, то-то же. Тихо себя надо вести. Так, значит, три буквы А. Тамара. Так, теперь дальше. Какой же секрет у этой загадки? А, вот, теперь рука. И теперь это. И здесь меня ждет сюрприз. Что же будет? Наверное, какая-то вкусная... В жопу такие сюрпризы, нахуй! Мне осталось найти один из самых сложных предметов, которые где-то спрятаны. И он висит именно здесь. То есть мне не составляет труда его взять. Просто освободить инвентарь. Правда, мне кажется, в чем-то подвох. Я с жопой чую что-то не так. Ну ладно, что возьмем. Блять, я же знал! Я знал, что что-то не так! А, говно вонючее. Нет, иди отсюда. От меня не уйдешь. Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и... Бляха-муха. Мистер Пропер веселей, в доме чище в два раза быстрей. Мистер Пропер. Офиг ли вы грязные такие, а? А ведь говорили мне, экономь патроны. Нет, я ж как Рэмбо, нахуй, по несколько выстрелов на одного зомби. А теперь пизда мне, походу, все. Мне некуда бежать. Вот оно как работает. А я говорил мамке, не надо выкидывать игрушечное ружье. Вот оно и пригодилось. Значит так, если ты ко мне еще раз подойдешь, я тебя нахуй зарежу. Чё тебе жаль-то, гнида? Сейчас мы с тобой поговорим! Давай! Мощно, как сочно! Хорошо, ну и все, и теперь можно просто добивать сейчас так вот. Так вот, на! На, сука! Когда же ты уже умрёшь-то? Ни хрена себе тебя разнесло. Ну прям Ментос с колой отдыхает. Хей, йоу, друзья! Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, это было интересно. Это первый видосик после перезагрузки и перезапуска нашего канала. Это было сложно, и я безумно рад, что вы все остались со мной, что вы продолжаете меня смотреть. И, в общем-то, это очень радостно и хорошо. В ближайшем будущем будет еще много интересных игр. Я надеюсь, Resident Evil 7 вам зашел. Я, наконец-то, почти полностью его прошел. Осталось прям совсем немножечко, и, может быть, даже я еще сделаю выпуск по нему. Но это, опять же, зависит от вас и от того, что вы напишете в комментариях. Ну и, в общем-то, лучшие комментарии теперь будут попадать на стеночку в конце выпуска, но на эту уже ничто не попадет, но, тем не менее, на следующий обязательно что-нибудь будет. Вот. Ну и мне было действительно интересно записывать монтажики, поэтому, скорее всего, формат канала теперь будет именно такой, в монтажном стиле, то есть будет много-много-много разных монтажей, будут прикольные веселые моменты. В общем, все будет радужно и интересно. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за то, что вы остаетесь со мной. И до скорых встреч, друзья. С вами был Мистер Лор и монтаж по Resident Evil 7. Пока-пока.